Первое. Постарайтесь сделать касание более отрывистым. Если вы подаете простую подачу или планер, мы не сопровождаем мяч рукой. С самого начала мы приходим и понимаем, куда мы хотим подать. И туда разворачиваем. Разворачиваем стоп. Подброс старайтесь сделать минимальный по высоте. Здесь чем меньше движения делаете, тем эффективнее будет подача. Если вы бросаете двумя руками, вам нужно потом вынести руку сюда и сделать движение. Вам придется делать высокий подброс. Да. Стараемся делать. Сейчас. Здесь подброс. Особенно на ветру. Да? Чем короче ваш подброс, мяча меньше скорость, вы точнее по нему подачите. Старайтесь, чтобы в плане не участвовали на асфальте. Пробуйте иногда подавать кулаком. Планирует, скорее всего, лучше, но соответственно, управляем. Так у нас больше площади. Дальше. Это наблюдается во многом у девочек, иногда у мальчиков тоже встречается. Когда вы приносите кисть к мячу, немножко расслабление идет, либо так, и часть накопленного импульса в замахе у нас уходит в это вот прилипание. То же самое, если вы кулаком, этого не будет, потому что у вас жесткий сейчас, и вы делаете движение все время жестко, у вас передача импульса идет полностью. Так, момент касания, не смотрим на скорость. Вы пришли, посмотрели, где у вас игроки, куда вы хотите попасть, запомнили картинку, делаем подброс перед рукой, здесь делаем движение, смотрим уже сюда, не переводим взгляд в полянку. Мяч не сопровождаем. Дальше, вот представляете, верхний трос, две антенны и концы антенны соединяем, вот у нас тепло. Мы должны разбивать это тепло на каждой подаче. По линии тогда это будет подача острая. Если мяч будет перелетать, это стекло у нас будет подача, скорее всего, не вот. Стараемся попасть к мячу. По задней части. А не по низу, кстати. Если у вас не хватает сил, чтобы перебросить, вы должны вот так давать по 45 градусов. Но если хватает, то по задней части. Вы уже определили, да, подачи? Да. Вперед. Поехали. Погнали, пробуем. То же самое. Так, давайте мы так сделаем. Смотрите. Те, кто без мячей, принимают. Заходят в поляну. Принимают мяч. Нету. Рядом. Без. Стоп. Приняли, взяли мяч. Взяли мяч. Так, давай вниз. Я говорю, сегодня все молодцы, Дим. Не может быть такого. Врачи, кто-то обосрался, не все, точно. Не все. Нету. Давай, давай. 1-1. Сопровождение рукой. Руку не бросали. Ой, держи ее. На это все нормально. 2-1. Линия, просто линия.
надо, не надо. Я. 3-2. Три мяча сразу, кошмар. Не знал, что принимать. Да вообще. Хорошо, не толкнулись. Я уже не успел передумать. Просто не останавливайся, двигаться. Видел, что Дим сюда быстро сюда бежит. Оператор остановил. Молодец. Привет. А Макс где? Сейчас приедет. Сейчас приедет. Ну, вот, начали принять. Да.
Пожалуйста.
если вы собираетесь нападать с троса, я уже не успеваю, прибегите ближе. Если не собираетесь нападать с троса, пасующий должен об этом знать и давать вам отведенную передачу. У нас получается, что нападающий не знает, куда его пасующий дает передачу, поэтому ждет здесь. Пасующий не знает, где нападающий. Прием, будь больше перед собой. И лезем вперед, дальше, дальше. Стойте, дальше, готовьтесь бежать вперед. Жестче касание, Илья. Опять неудобно. Группу сам организовал. В июне там вообще ждешь. Нет, все равно это не дорого. $40, да. Нет, все равно не дорого.
прям точно не знаю, но вот прям что-то хорошо. То ли Сережа, то ли Брис. Приезжаешь, он такой, так, аренда корки, столько тебе. Да, это аренда того-то, столько тебе. Водичка, еще столько. Вот каждый раз новые. Ну, это Сколбич. Да, он же долго со Сколбич ездил. И все максимумы. У них тоже аренда корки, что они все хотят. Не входит в спортпакет. Короче, ценник супер, супер мышцы. А учитывая, как бы качество. Ну, что-то вы какие-то ленивые в этот раз. Прям вообще ленивые. Ну, надо было отдохнуть где-то. Что-то там Денис, я против того, что играть будет тренировок. Может, вам кажется, что вы не устали, но, может быть, вы просто не выкладываетесь, вот именно не отдаете. Не, мало напрягаетесь, и вам кажется, что вы не устаете. На самом деле, полтора часа как-то подвигаться, хотя бы даже вот в таком темпе, уже тяжело. А вы потом еще играете 2 часа. Не, по одной-две партии. Ну, короче, не знаю, мне после тренировки даже иногда жить не хочется. Я прям положу. На зал полный, кеды. Ой, бегу, я не буду ее ходить. Забраться до кровати. Короче, у нас по мячам второе место. Да, блин, я... Что-то коммуникация наебнулась у нас в последней игре. Вообще не... никто ничего не понимает, что происходит. Два дебила бегают и сталкиваются лбами. Да не, я тоже на самом деле насрал там. Но вот именно работать, типа, знаешь, нужно сыгрываться. Вот именно вот эта несыгранность вылезла, мне кажется, какая-то в паре. Типа коммуникация недостаточная. Не, видишь, я зависаю и хочу. Да не, нормально, не хочу. Что это за парень такой? Вы же не было с вами. Кто это? Который подавал Скайбу. А, ну это он это. Где-то здесь просто место взяли. Иногда просто иногда ходил по полу и переболел. Ну он ничего, на самом деле лучше, чем Вася. Вася тоже молодец. Вася, не знаю, мне кажется, Вася корявый, если самый корявый из нашей группы. Ну, я что-то не понял, на мой. Все записали на видео, что мы сказали.